Дорогие жители Конаково и Конаковского района, от лица коллектива «Конаковская ГРЭС» поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством. 2022 год был богат на вызовы и нестандартные задачи, требующие оперативного решения. Тем не менее, неизменными оставались основные приоритеты «Конаковской ГРЭС» – это надежное электро- и теплоснабжение горожан и организаций, поддержка экологических проектов, забота о сотрудниках «Конаковской ГРЭС» и, конечно, социальное партнерство с муниципалитетами. Электростанция получила высокую оценку готовности к отопительному сезону. Мы желаем, чтобы наступающий 2023 год принес вам больше поводов для радости, оптимизма и улыбок. Счастья, здоровья и хорошего настроения вам и вашим близким. Дорогие земляки! Сердечно поздравляю вас с наступающим 2023 годом. Желаю вам в новом году счастья, крепкого здоровья, финансового благополучия, чтобы дома было счастье, уют и тепло. Пускай все плохое останется в уходящем году, а Новый год будет наполнен радостными событиями. Мирного неба вам над головой. С наступающим вас праздником! Дорогие друзья, наступает новый 2023 год. Перелистывая последнюю страничку уходящего года, мы все ждем какого-то чуда. Пусть в новом году сбудутся все ваши самые заветные желания. Пусть растут ваши семьи, пусть растет ваше благосостояние. Пусть сбудутся все мечты, которые могут сбыться. Мира, добра и благополучия вам и вашим близким. С наступающим новым 2023 годом! Уходит 2022 год. Год сложный, который задал нам много вопросов. Несмотря на это, работа администрации была проведена так, что можно порадоваться успехом. Конечно, хочется, чтобы из 2022 года в 2023 перешло все самое лучшее. И, конечно, чтобы самое плохое, а это и война, осталось в 22-м. А в 23-м, уважаемые жители Конаковского района, хочется пожелать вам, чтобы тот район, в котором вы живете, процветал. Чтобы мирное небо всегда было над нами. Хочется, чтобы все задуманные нами с вами пожелания сбылись. Но для этого мы с вами должны стать единой командой. Ни одна администрация не выполнит все без участия населения. И я сегодня обращаюсь к вам. У нас предстоят выборы. Большое политическое событие. Давайте, уважаемые жители, станем единой командой и выберем в 2023 году тех депутатов, которые смогут работать на благо нашего Конаковского района. С наступающим Новым годом!